Добрый вечер, Гомель! Сегодня 29 августа, лето на исходе. Каким оно было для вас? Чем запомнилось? Как вы отдыхали, где побывали и оправдались ли вообще ваши ожидания отпуска? Поговорим об этом сегодня в прямом эфире. Телефон нашей студии 34-22-43. Звоните, рассказывайте нам о том, как вы провели это лето. Как правильно возвращаться к работе после отпуска? Сегодня в прямом эфире рекомендации тем, у кого уже закончился отдых. На все наши вопросы в этой студии ответит психолог Людмила Тутынина. Людмила, хочу пригласить в нашу студию. Добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Что ты принесла? Это твои воспоминания об отдыхе? Да, это мои воспоминания о прошедшем лете. И мне захотелось, чтобы все увидели это. Я думаю, сейчас все увидят. Такой яркий, насыщенный отдых, наверное, у тебя был. Присаживайся, пожалуйста, Люда. Очень действительно рада видеть тебя в нашей студии. Скажи, каким все-таки лето было для тебя это? Наташ, лето было просто сказочное. Почему? Я наконец-то поехала к моей маме в теплые края. 4 дерева абрикос, как не бывало. Мешок капусты цветной, как не бывало. Мешок кабачков, как не бывало. И огромное количество блинов. Это значит, что мы вместе с внуком побывали у моей мамочки в гостях. Это было лето мое. И там, я так понимаю, растут вот эти бесподобные цветы, которые ты решила запечатлеть, чтобы вспоминать об отдыхе. Да, да. На самом деле пижма растет везде. Пижма растет везде. Люд, скажи, а вот легко ли ты вернулась к работе после отдыха? Наташ, на самом деле возвращаться от мамы всегда достаточно сложно, правда? Хочется еще побыть, подержать за родную ручку, но я очень люблю свою работу. И поэтому в предвкушении, что я приеду, меня пригласят на передачу. Это здорово. А вот как ты относишься к такому выражению, очень распространенному, что часто люди говорят, мне после отдыха нужен еще отдых? И вообще, с чем связано такое вот общепринятое мнение? Дело в том, что когда люди едут, ну, допустим, возьмем стандартный отдых. Люди приехали в Крым, да, на 10 дней. 7 дней они адаптируются на телефоне, да, звонят в Гомель, как дела, как продажи, как деньги, ну и так далее. Они еще как бы работают. А в оставшиеся 3 дня они пускаются во все тяжкие. И уже домой возвращаться нужно, поэтому им требуется отдых после отдыха. Ну, это очень часто так бывает, к сожалению. Ну, а что говорит психология? Хорошо ли так активно отдыхать, чтобы потом... Психология говорит о том, чтобы мы в течение года имели время для отдыха, чтобы оно не было выделено вот одним куском когда-то, там летом, там одна неделя. То есть нет, отдыхать нужно каждый день? Отдыхать нужно каждый месяц, каждую неделю, каждый день. Вот, иметь на это время. Людмила, вы знаешь, вот по статистике 35% отпускников возвращаются к обычному ритму работы в течение 2 дней. Но есть и 7% в этой статистике, которым требуется целая неделя, чтобы вот влиться опять в ритм работы. При этом пик увольнений приходится на период именно после летних отпусков. Наташа, это как раз вот те трудоголики, о которых я говорила. Да? То есть это категория такая риска. Да? Люди, они поехали, они не отдохнули, поэтому им очень тяжело возвращаться, по сути дело, допустим, они приехали в Крым, да, еще набрались каких-то там, скажем так, ситуаций, где-то они были, куда-то ходили, куда-то ездили, то есть еще не просто впечатлений, да, каких-то событий, это тоже напряжение, поэтому, когда они вернулись назад, это же требуется переварить, как-то с этим прожить какое-то время, поэтому они уставшие. Людмила, а что такое вообще вот это за страшный зверь, которого все боятся, вот эта постотпускная депрессия? Скажем так, вот как вообще настроиться на работу после отпуска? Действительно, какие вот общие рекомендации ты могла бы дать сегодня? Наташа, вот, если мы вернемся к слову «отпуск», что-то «отпуск» — «отпускать», кто кого отпускает, да? В нашем культуре, в нашем понимании нас отпускает работодатель, да? На самом деле мы должны сами себя отпустить, разрешить себе быть на отдыхе, разрешить себе быть другим, да? Вот не зашнурованным, не в корсете, а быть другим. Да? И вот когда мы разрешаем, тогда мы отдыхаем, тогда мы легко возвращаемся на работу. А если мы зашнурованы и на отдыхе,
Естественно, нам очень тяжело возвращаться на работу. Вот здесь очень интересно, вот над этим поразмышлять, может быть, в течение сегодняшнего вечера мы будем об этом еще говорить. Ну, конечно, для этого мы здесь и собрались. Почему люди, уйдя в отпуск, сами себя не отпускают? Вот сегодня вопрос для всех телезрителей. И, а если они отпускают, как они это делают? А как действительно это надо делать? Наташ, когда мы ходим на работу, мы в одной единственной роли, да? Ну, например, там, я продавец, я психолог, я ведущий, я там оператор, я инженер и так далее, и так далее. Когда ты в отпуске, ты уже не инженер, да? Ты просто человек, который будет играть, хулиганить, и будет плавать, будет что-то вкусненькое кушать, будет дегустировать. Ну и так далее. Ну согласитесь, но очень тяжело инженеру плавать, правда? Или тяжело инженеру там ходить на дегустацию. Должна быть какая-то другая роль, правда? То есть второе я какое-то, а то и третье, да? Второе, третье, 25-е. Там очень много в отпуске, очень много игры, много легкости. Я опять хочу в отпуск после таких слов. Наташа, вот в отпуске картины можно разрешить себе рисовать картины, правда? Ну да, да, это редкое явление для взрослого человека, который не имеет художественного образования, в принципе. Разрешить себе танцевать, разрешить себе просто гулять, гулять не в офисной одежде, а в легкой одежде, ну и так далее. Ну, в принципе, да, в этом и есть все прелести отдыха. Вот наши зрители уже поделились своим летом. Кто-то уже отпустил себя, да? Вот Дмитрий пишет, что только что вернулся с сыном из Турции. Отдых замечательный, только жарко и дорого. Ну, есть свои преимущества и минусы. Ирина пишет: да, у меня так все и было. Съездила на море, что было интересно. А, 2 недели отдыхала, а когда пришла на работу, уволилась. Все казалось унылым и не жалею, написала Ирина. Это вот продолжение нашего разговора, что у людей наступает депрессия, они хотят увольняться. А, Олег пишет, что лето было замечательным, но очень коротким. После отпуска сразу начинаю планировать следующий. Кстати, очень помогает. Вот как такой подход, что как только отпуск закончился, мы начинаем планировать следующий. Это хорошо? Очень важно планировать не следующее лето, а планировать ближайшие выходные. Например, что бы я хотела? Посмотрите, у нас сейчас прекрасно наступает время, осень, время года, осень, правда? Вот уже нужно планировать, что я буду делать в эту субботу, в это воскресенье, правда? И, в принципе, отдыхать можно каждую неделю. Да, вот так дробно, дробить этот отпуск в течение года, а не только один раз. Спасибо, Людмила. Спасибо, да. Дорогие друзья, как я провел лето, тема сегодняшней программы, мы ждем ваших историй. Ну, хочу также обратить внимание, что все-таки не всякий отдых приносит пользу. Часто бывает, что долгожданный отпуск на море очень негативно сказывается на самочувствии, как мы с ней выяснили. А вот где отдохнуть с пользой для здоровья, об этом поговорим после рекламы. Партнеры сегодняшней нашей программы — санаторий Чонки и образовательный центр MyStudio. Добрый вечер, Гомель. Мы в прямом эфире. Продолжаем нашу программу, тема которой «Как я провел это лето». Санаторий. Чем не отдых для восстановления сил после насыщенных будней? Ну вот представьте, пешие прогулки, созерцание природы, процедуры, массаж. Кому и зачем стоит ехать в санаторий? Спросим об этом у директора санатория Чонки. У нас в гостях Олег Анатольевич Кирико. Встречайте. Добрый вечер. Добрый вечер, Наталья Людмила. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну, Олег Анатольевич, я сразу хочу поздравить вас с победой. Очень интересная такая победа в очень интересном конкурсе. Конкурс называется «Отдых года 2017». Это были итоги народного голосования радио «Комсомольская правда в России». И вот в номинации «Медицинский туризм» наш гомельский санаторий Чонки занял первое место. Большое спасибо за поздравление. Действительно, в этом году мы впервые приняли участие в этом всероссийском конкурсе, где методом народного голосования, смс-голосования на интернет-портале выбирали лучший санаторий. Принимало участие порядка 20 санаториев. Это были и российские санатории, и белорусские. И очень для нас замечательно, что именно наш санаторий с большим отрывом занял первое место. Вот мне интересно, а чем же привлекают сегодня наши белорусские здравницы, наши гомельские здравницы россиян? Ну, название конкурса и номинации — «Медицинский туризм». То есть в первую очередь медицина. Почему именно медицина и почему россиян привлекает? Ведь в свое время, еще когда Советский Союз распался, наши все здравницы, они сохранились. На самом деле все белорусские санатории, они продолжали работать, продолжали функционировать в той или иной степени. В то время как в России был спад.
только сейчас там начинает возрождаться санаторно-курортное лечение. Да. У нас все это происходило иначе, и наши санатории развивались. В настоящее время санатории Беларуси – это целые оздоровительные комплексы с самым современным оборудованием. Допустим, у нас в санатории работают врачи и медсестры только первой либо высшей категории. Ни второй, ни без категории у нас таких нету. То есть используется самое новое оборудование, широкопрофильные лечения. Это все, естественно, привлекает. Туристов, и если взять еще к этому приемлемую цену, а у нас, если сравнивать с российскими санаториями, она действительно приемлема, то тоже гражданин России, он за небольшую цену получает доступ к высококачественным медицинским услугам. Вот если позволите, по официальным данным, в первом полугодии этого года в санаториях Гомельщины успели отдохнуть более 41 тысячи человек. Среди них, прошу обратить внимание, почти 10 тысяч иностранцев, преимущественно россияне. Кстати, в этом году также подсчитали и среднюю стоимость путевки в наших здравницах. Так вот, для граждан Беларуси одно место в сутки обходится почти 45 рублей. Для иностранных граждан более 50 рублей, такое одно койко-место, как говорят обычно. Да. Скажите, Олег Анатольевич, а вообще что показал этот сезон? Готовы ли мы отдыхать в собственных белорусских здравницах? По статистике вроде бы как да. Да, я скажу, что за последнее время мы наблюдаем рост именно отдыхающих белорусов. Хотя если вернуться немножко к иностранцам, за последние несколько лет, особенно за последний год, выросло количество и дальнего зарубежья. Активно в Беларусь сейчас едет Прибалтика. Это Гродненская область, вот туда, Минск. Едут Европа, немцы, поляки. Едет традиционный Израиль. И что касается и наших белорусов, да, радует, что хоть небольшое количество, но рост есть. Что очень приятно, что и мы себе уже наконец сможем позволить это. Да, хотя мы со своей стороны, санатории делают все возможное, чтобы создать более приемлемые цены для наших граждан. А мы об этом поговорим далее в нашей программе. Мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Мы вас Алло? Хотим услышать. Здравствуйте. Добрый Алло, вечер. Здравствуйте. Как здравствуйте. Вас зовут? Скажите, пожалуйста. Меня зовут Екатерина Павловна. Очень приятно. У меня такой вопрос. Я хотела узнать, входит ли стоимость путевки, посещение бассейна и массаж, ручной или подводный массаж. И вообще, какие процедуры, вот у меня проблемы с позвоночником, так. Опорно-двигательные. Так я хотела узнать, какие еще процедуры можно получить. Процедуры можно получить. Спасибо вам большое. Вы знаете, мы хотим пожелать прежде всего здоровья, и сейчас обязательно ответим на ваш вопрос. Может быть, даже мы его как-то попробуем аккумулировать, то есть, скажем, из чего действительно складывается вот стоимость, вот эта средняя, 50 рублей там, или 45 рублей. Я скажу так, что в стандартную стоимость путевки входит базовый набор процедур, из которого уже конкретно врач по профилю заболевания выбирает то, что человеку показано. Если это опорно-двигательный аппарат, будет в этой области. То есть обязательно туда входит массаж, обязательно входит бальное лечение, грязи лечение, физиопроцедуры, обязательно входят. Консультации врачей. То есть, как правило, туда включено то, что подходит большинству отдыхающих. Но важно сказать, что вообще вот санаторий, если взять наш пример, у нас более 300 видов процедур оказываемых. Естественно, что все их стоимость путевки включать смысла нету. Поэтому человек уже после консультации врача может выбрать то, что ему больше подходит, то, что ему больше нужно. Потому что много лечения очень специальной направленности имеется по какому-то определенному заболеванию. Очень популярны сейчас у нас путевки оздоровительные, которые идут без лечения. Вот я и хотела спросить, какой полноценный отдых можно сегодня действительно получить в санатории? Ведь это не только лечение. Это еще и просто природа действительно такая бесподобная, да? Правильно, наша. Если говорить про отдых, то это, конечно, санаторий — это не больница, это комплекс целый. Это и проживание в комфортном номере, это питание сбалансированное, которое просчитывается диетологами, это досуговая программа, это и, само собой, лечение. Это почти все, все включено, да? Да, что касается иностранных граждан, то их еще привлекает экскурсионная программа. Олег Анатольевич еще одну вещь не сказал. На самом деле санаторий, да,
это определенная субкультура. Туда приезжают люди знакомиться, общаться, танцевать, влюбляться. Лечиться. Совершенно верно, совершенно верно. И мы видим, у нас есть определенный уже контингент постоянный, который приезжает из года в год к нам в санаторий. Вы знаете, у меня есть одна знакомая, которая говорит, что она постоянно ездит в санаторий, и говорит, что для меня это место, где можно подумать о жизни. Людочка, вот скажи, пожалуйста, кому бы ты вот рекомендовала такой отдых в санатории? Такой, скажем... Ну, Наташ, прежде всего, самой себе. Я очень люблю ездить в санатории. Вот. А вообще вот тем людям, которые не, ну, скажем так, не экстрим любят, да, чтобы было вот такое движение постоянно, движуха, как про них говорят, а люди такие более оседлые, да, Олег Анатольевич правильно сказал, вот тебя здесь и покормят, здесь тебе и массажик, да, здесь и то одно, и второе, и третье, и десятое, и еще одновременно вывезут на экскурсию. Люди более зрелого возраста очень подходят санатории. Люди с детками тоже очень здорово, то есть тоже не разгуляешься, не побегаешь, да? Вот там, допустим, там по горам невозможно. Ну, то есть Людмила сейчас утверждает, что санаторий – это все-таки такое место, которое вот в нашем привычном понимании для пенсионеров, для мамочек, для больных людей. Вот это действительно так? Или я не сказала про больных людей, я сказала про интровертированных. Для тех, которым надо лечиться. О смысле жизни, почему лечиться? И отдыхать тоже. Ну, вот что такое? Контингент на самом деле очень разный. Очень разный, и тяжело сказать. Есть и пенсионеры. Есть и мамы с детьми, не только мамы с детьми, популярно с семьями выезжать, когда родители, потому что для детей тоже в санатории ведь есть все для полноценного отдыха, как и отдых, так и лечение. То есть дети с 3 лет уже полностью принимают все процедуры. То есть есть и 40 лет возраст, 50, 60, самые различные. Ну, скажите, белорусские санатории сегодня, они меняют вот как-то свой формат? Вот сегодня в Европе очень модно и санатории делать какие-то уже спа, например, центры, спа-курорты. Можно ли говорить сегодня это о наших здравницах? Я скажу так, формат мы не меняем, и хорошо, мы не становимся спа-центрами. Я скажу почему, потому что санаторий – это более многопрофильное медицинское учреждение, которое в себе включает уже спа. У нас есть, в нашем санатории есть спа, процедуры, косметология, но кроме этого еще есть бальное лечение, грязи лечение, физио лечение, есть диагностика. То есть санаторий это намного шире. СПА это просто одно из направлений. Причем я скажу, что у нас в санатории оборудование, которое используется, оно ничем не уступает тем же самым спа-центрам, которые открываются у нас в городе. Кстати, одно из таких оборудований сегодня появилось и в нашей студии. Можно сказать, что санаторий Чонки приехал вот прям в прямой эфир не с пустыми руками. Да. Но хотелось бы просто обратить внимание, что этим летом, ну, если можно так выразиться, гомельчане, что называется, проверяли себя на прочность. Дело в том, что в этом сезоне очень популярен, попробую произнести правильно, остеоденситометр, аппарат, который проверяет плотность костей. Вот что это вообще за чудо диагностики? Зачем вообще определять плотность костей, расскажет Ольга Буракова, врач-терапевт санатория Чонки. Хочу пригласить Ольгу в студию. Добрый вечер, Ольга. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Может быть, это рабочее место несколько отличается от обычного, да, но мы попытались как-то создать более так все реально. Расскажите, пожалуйста, нам вот об этом аппарате, почему он так популярен сегодня вот у гомельчан. Ну, хочу сказать, что многие считают, что остеопороз – это та болезнь, которая уже за 70 лет. Но, тем не менее, хочу сказать, что это заблуждение. Остеопороз намного помолодел, и уже достаточно молодые пациенты страдают этим заболеванием. И нужно, конечно, как можно раньше выявить это заболевание, чтобы не привело к каким-то тяжелым последствиям, в том числе и к переломам. То есть этот аппарат предназначен именно для ранней диагностики это пациентов. Это УЗИ? Это ультразвуковой остеоденситометр, да, это абсолютно безопасный, безвредный метод для диагностики. А мы сейчас проверим, насколько он безопасный, безвредный, и самое главное, насколько быстро можно получить результат. И я не знаю, как отнесется к этому Людмила Тутынина, наш эксперт. Я уже поняла, но я хочу предложить, Людмила. Я хочу, Людмила, если ты не против. Нет, я не против. А ты когда-нибудь вообще делала такую процедуру? Присаживайся. Нет. Никогда? То есть такую процедуру будешь делать впервые? Я буду себя очень уважать, если я выучу название этой процедуры. Денситометр. Денситометр, да. Ольга, рассказывайте, как это проходит? Никакой подготовки аппарат не требует, процедура тоже не требует. То есть вот, взяли, да,
человека, и сейчас будем исследовать. Очень быстро идет исследование, несколько минуточек, выдаем заключение, объясню, что, как. Да? Вы будете мне причинять добро. Нет, это ну как, что добро, делать? Конечно, будем. Да. Значит, вы ручку кладете сюда. Угу. Вот вы нам так. Покажите, у нас есть телефонный звонок, пока вы будете делать свое обследование, мы попробуем поговорить с нашими телезрителями. А где, кстати, вот делается подобное УЗИ? На руке? Да, используется по лучевой кости. Вот а ноги, место. Я знаю, на ногах на тоже ножках можно делать? Можно. Если пациент достаточно такой полный, бывает такой у пациентов такая подушечка, да, мышечная, невозможно посмотреть саму косточку, тогда исследование делаем по ножке. Мы пока не будем вам мешать. Людмила, ты, главное, ничего не бойся. Все будет хорошо. У нас хорошие специалисты сегодня в студии, мы поможем. Дорогие друзья, у нас есть телефонный звонок, мы вас слушаем. Добрый вечер, вы... В прямом эфире говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как можно записаться на эту процедуру? На процедуру, которую мы сейчас делаем? Замечательный вопрос. Спасибо. Спасибо. Сейчас попробуем ответить. На эту процедуру очень просто записаться, позвонить в санаторий, узнать время работы. А очередь приехать. Есть какая-то или это, в принципе, доступно сегодня? В принципе, доступно. Сейчас уже лето закончилось, когда было большое количество отдыхающих, сейчас можно получить. У нас одно из самых популярных вообще направлений в последнее время, которое получило развитие, особенно среди жителей Гомеля, это амбулаторное лечение в санатории. То есть все процедуры, которые отпускаются в санатории, в принципе, любой желающий гомельчанин может приехать получить. Предварительно записавшись, приехав на консультацию вот к врачу, выписав то, что ему надо, и проходить это лечение, не покупая путевку. Спасибо большое, спасибо вам за звонок. Я смотрю, у наших девушек там бурная беседа, процесс идет, уже хорошо. Вот это, кстати, о пользе отдыха в санатории. Отдыхая в санатории, можно пройти очень много. И обследование тех же самых. Вот, тоже денситометр, там у нас есть неинвазивный анализатор крови, УЗИ. То, что в нашей простой будней жизни не хватает никогда времени. А находясь в санатории, все это вполне реально. Как известно, нет здоровых людей, нет, есть недообследованные. Поэтому... Вы хотите сказать, что вы уже провели обследование сейчас? Да. Я боюсь спросить, но я надеюсь, у Людмилы все хорошо? Да. Все замечательно. Скажите, пожалуйста, Ольга, вы прямо сейчас очень так быстро можете дать нам результат обследования? Да. Это идет распечаточка. Так. Пациенту тут же выдается на руки заключение. Все замечательно. Я все жду какой-то подвох и ничего нет. Нет, тоже нет замирания, жду подвох. Люд, подвоха нет, у вас все хорошо. Да, Люд, это здорово, слава Богу. Да. Ну, во-первых, меня удивляет, что это делается очень быстро, да, не больно. Сейчас еще дадут красивую картинку разукрашенную. Да, да. Ольга, скажите, пожалуйста, вот возраст, да, женщины, вот, допустим, после 40, можно ли его отнести к группе риска? Да, конечно, можно. Но если результат хороший, как часто стоит обследоваться и какие вообще рекомендации для профилактики? Один раз в год обязательно нужно делать денситометрию, особенно женщинам, как вы уже сказали, после 40 лет. Вот, ну, тем не менее, у Людмилы все хорошо, но все равно хотелось бы дать общие рекомендации и вам, и нашим пациентам вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, алкоголь, курение. Ну, это я знаю, Людмилы нет вредных привычек. Свести к минимуму употребление крепкого чая, кофе. Вести активный образ жизни, то есть заниматься лечебной гимнастикой, спортом. Скандинавская ходьба сейчас очень и очень популярна. Вот, побольше гулять на свежем воздухе. Витамин D, который мы получаем из нашего солнышка, это основной тот, скажем так, витамин, который помогает усваивать кальций. Ну и обязательно употреблять продукты, богатые кальцием. Я думаю, что многие уже знают, что это такое. Это кисломолочные продукты, кефир, сметана, молоко, творог, орехи. Это то, все что сейчас наши кости. Да, есть в большом количестве в магазинах доступном. Поэтому, да. И один раз в год достаточно? Там бумажечка осталась, я переживаю, что куда-нибудь. Пожалуйста. Спасибо большое. Ну вот, дорогие друзья, Люда, замечательно, молодец. Почти сертификат.
Ну что ж, получается, что отпуск – это все-таки действительно не только отдых, но еще и возможность, дорогие друзья, заняться своим здоровьем. Тем более, что возможности современной медицины не знают границ. И сегодня вот только что мы продемонстрировали это в прямом эфире. Я хочу напомнить, что тема нашей сегодняшней программы – «Как я провел лето». И вот об этом уже есть интересная история от наших зрителей в Вайбере. Мария пишет: «Когда детки были совсем маленькие, мы ездили пару раз в санаторий. Это очень удобно». Мнение, да, высказывает. Можно просто погулять. Угу. По времени ходишь в столовую, отдыхаешь у реки. Вот мне нравится по времени ходишь в столовую. Кстати, режим, да? Это, наверное, это очень важная часть отдыха. Мы же перекусываем, да, в течение дня, а здесь такой режим. И потом, как приедешь домой с килограммами лишними, да, и начинается новая жизнь. Ольга сообщает нам: «Эх, я позволить себе такой отдых никак не могу. Санаторный, даже из самых дешевых, потому я отдыхаю летом на даче». Ну, вырастила урожай, нам сообщает Ольга. Спасибо, Ольга, действительно, тоже вы, мне кажется, прекрасно провели лето. А вот Дмитрий говорит, что этим летом он был и в санатории, и на море, и в горах. Ну, а рафтинг по горным рекам – это лучший отдых от работы. Повезло. Считают так наши, да, телезрители. Но почему так важно отдыхать? Мы уже начали эту тему обсуждать сегодня в эфире. Людмила, часто можно услышать такую фразу, что «я не отдыхал 5 лет». Вот сегодня, особенно для такого нашего режима и ритма жизни, это очень-очень частая фраза. Как часто это в твоей практике встречается и чем вообще это опасно? Ташенька, я работаю с предпринимателями, бизнесменами. Ну, это такой мой сегмент моей работы. И большая часть этих ребят просто не отдыхают. А если они отдыхают, то это отдыхом называть очень сложно. То есть они работают удаленно. Вот. На самом деле идет выгорание. Неважно, кем вы работаете, или директором, или обыкновенным клерком, нужно обязательно находить время для самого себя родненького. Вот что интересно, когда я консультирую директоров, да, то для того, чтобы преодолеть вот это негативное такое вот явление, что люди вообще не отдыхают, я сажусь рядом с ними, и мы планируем субботу и воскресенье. Людмила, это чистый экспромт. У нас сегодня руководитель студии. Присядь, пожалуйста. Суббота и воскресенье. Почему? Потому что есть такая тенденция, что директора и в субботу, и в воскресенье работают. Вам это знакомо тоже? Конечно. Вот. Тогда мы проговорим: не-не-не-не-не, давайте по-другому. В какое время, когда вы пойдете на прогулочку, когда вы себя побалуете чем-нибудь вкусненьким, когда вы пойдете со своим ребенком, например, кататься на велосипеде, и когда ты вот это все пропишешь по минутам, тогда человеку проще отдыхать. Спасибо. А насколько вообще эффективно можно восстановить действительно свой организм вот за 2 недели санаторного такого отдыха? Вполне можно. Да, конечно, идеальный вариант – это 3 недели, как у нас всегда было, но мы понимаем, что поменялось время, у людей уже столько нет, к сожалению, отпуска. Поэтому 2 недели, если соблюдать режим, рекомендации врача, не нарушать его, то можно вполне восстановить силы. Вы знаете, сегодня даже модным стало брать отпуск и делить его на 2 части. Да? Совершенно верно, половину, да, поехать на море, а потом приехать и после этого отдыха восстановиться в санатории. Да, сегодня... Наташа, у меня вот к нашим современным белорусским санаториям есть даже не столько претензия, как предложение. Санатории вот на современном этапе должны людей еще обучать. А как быть здоровым после того, как вы меня оздоровили в вашем санатории? И вот должен быть человек в санатории, да, который бы мог бы обучить людей каким-то определенным навыкам. Вот этого на сегодняшний день это очень актуальная, интересная тема. Будем обучать. Да, надо, да, обучать. Собственно, то есть, да, санатории должны еще и обучать людей. У нас есть очень интересное сообщение. Евгения спрашивает: «Добрый вечер. Видела рекламу на сайте санатория, что уже можно бронировать места на Новый год». Вот, видишь, как человек планирует, да, послушали совета. Да. Как это правильно сделать? Забронировать прямо сейчас на сайте или можно позвонить вам? В общем, ждут рекомендации совета. Можно позвонить, можно сделать это непосредственно на сайте. Да, мы уже месяц как принимаем заявки на новогодние праздники, потому что это период, когда повышенный интерес
к санаторию. Очень многие любят встречать Новый год, особенно те же самые россияне, именно в белорусских санаториях. Поэтому мы принимаем заявки. Я думаю, вполне можно еще позвонить, либо прямо с сайта забронировать, оплатить путевку. Елена спрашивает, можно ли приезжать к вам только на процедуры? Можно. Как я и говорил, да. Это для гомельчан очень актуально в последнее время. А вот Светлана Ермакова написала, приехали с санатория 26 августа. Большое спасибо всему персоналу, отличный отдых. Так что эти аплодисменты для вас. Так, ну что ж, у нас есть еще и в Вайбере сообщение про санаторий. Еще, мы их прочитали только что, замечательно. Лето заканчивается. Чем характеризуется осенний период в санаториях? Осенний период, во-первых, это затишье. Это снижение цен. Так, поподробнее. Что очень актуально. И, во-вторых, это тот период начинается, когда немного меньше отдыхающих, и более комфортно можно получить лечение. Скажем так, можно выбрать время для процедур, которое тебе больше устраивает, режим поменять. Потому что все-таки летом, скажу честно, да, санаторий заполнен на 100%, и мы даже из Гомеля не всех принимаем на дополнительные процедуры. Осенью уже более свободно, и именно на лечение лучше приезжать не летом в санаторий. Вот в осенний период, зимний и так далее. Тем более, что в санатории своя котельная, то есть мы не привязаны к погоде, ни к чему. Мальчонки, это же прекрасное место отдыха, природа, там, правда, прогулки, совершенно... теренкуры совершать. И при этом совсем рядышком, да, от города, что очень удобно. Да. Людмила, а что ты посоветуешь тем, вот у кого отпуск только-только будет начинаться в сентябре? Приходится на осень. Вот мне бы хотелось, да, вот кто сейчас слушает нас, да, чтобы избавились от какого-то ощущения, да, что они чего-то потеряли и не отдохнули лето. Вот если вот эти люди возьмут за правило такую формулу: где я, там и счастье, да, где я, там и счастье. Их отдых пройдет просто великолепно, неважно где. Или в Чонке они вот поедут, мы сегодня наше предприятие, гомельское предприятие вот так вот подняли, да, вот. Или они будут отдыхать на даче, да, чтобы люди не были зависимы от каких-то внешних условий, да. Неважно, есть у вас денежка или нет этих денежек. Да, одевайте кеды и едьте за город. То есть отпуск осенью — это совершенно не проблема. Конечно, отпустите себя, отпустите все эти стереотипы, вот то, о чем мы сегодня говорили. Разрешите себе быть в другой роли, в другом амплуа. Рисуйте, танцуйте, пойте, ходите на процедуры, измеряйте там чего-то там в своих костях, между прочим, да, там. Занимайтесь чем-то активно и не привязывайтесь к тому, что осень. Ну и что, что осень? Спасибо, Людмила, аплодисменты, да, спасибо большое. У нас есть телефонный звонок, только хотела с вами попрощаться. Слушаем внимательно. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Зовут меня Мирония. Мирония, слушаем вас внимательно. Я хотела сказать. Я думала, в этом году у меня уже пропадет отпуск. Потому что лето, знаете, какое было? 2 недели я отдохнула в отпуске, и 2 недели почти пропали. Так. Но так получилось, что мне дети мои подарили ваш санаторий, девчонки. Путевку. Курсовочку такую неплохую. И как? И я до обеда успевала у вас все процедурки проходить. Так. После обеда через дорогу на речку. И отпуск не пропал. Я вам понравилось, да? На работу вышла. Всем рассказала, что вы знаете, что мне все позавидовали, как я отдыхала. Спасибо. Ну вы такая счастливая, да, сегодня. Скажите, пожалуйста, у вас есть какой-то вопрос? Вопрос есть для наших гостей? Скажите, пожалуйста. Я хотела уточнить, а сколько просто оздоровительное на 2 недели можно? Сколько стоит оздоровительная путевка на 2 недели? Спасибо вам большое. Спасибо за звонок. Значит, оздоровительная путевка, это, я так понимаю, путевка, которая без лечения, просто проживание с питанием, а лечение в данном случае уже выбирается дополнительно, около 30 рублей в сутки. А, например, осенью планируются скидки для многодетных семей, для пенсионеров? У нас скидки круглогодично для детей, для пенсионеров. Самое главное, у нас 25% скидка для членов профсоюза, так как мы все-таки профсоюзный санаторий Федерации профсоюзов. Для всех членов профсоюза 20-25% скидка, что не маленькая, согласитесь. К тому же периодически проводятся акции.
На горящие путевки скидки 20%, если вы хотите купить путевку и заехать завтра-послезавтра. Спасибо. 20%. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить участников нашей программы санатория Чонки за такую ценную информацию, за вот эти замечательные, ну не опыты, конечно же, а УЗИ-диагностику. Да. Добрый вечер, Гомель. Мы продолжаем прямой эфир. Напоминаю, тема программы «Как я провел это лето». Нам очень интересно, как этим летом отдыхали ваши дети. Звоните в студию, пишите нам в Viber. Дело в том, что мы привыкли, что летние каникулы – это прежде всего время отдыха наших детей в лагерях, на дачах или у бабушки в деревне. Но время диктует свое, и формат отдыха наших детей стремительно меняется. Как проводят лето наши дети? Поговорим об этом с руководителями образовательного центра MyStudio. Я хочу познакомить вас с гостями в нашей студии. Это Мария Журавлева и Наталья Давид. Добрый вечер. Мы очень рады видеть вас сегодня у нас в гостях. Мария, в последний раз вот в этой студии мы встречались с вами, ну, как с руководителем модельного агентства, а вот за год вы уже как бы поменяли формат. Да, действительно, мы поменяли формат. Подход к обучению остался все тот же, а формат нам пришлось поменять. Дело в том, что модельное агентство MyStudio за последний год провело достаточно много мероприятий, как городского, так и республиканского масштаба. И, соответственно, когда вот я организовывала эти мероприятия, то понимала, что не хватает мне вот этих юных дарований с их талантами. Постоянно приходилось искать какие-то студии театральные, вокальные, танцевальные, приглашать их на наши мероприятия. Вот, поэтому вот я решилась... То есть вы расширили как бы границы модельного агентства? Да, и теперь у нас очень много направлений обучения, соответственно. Вот, да, расскажите, в чем заключается сегодня деятельность вообще образовательного детского центра? Вот что вы предлагаете гомельским детям, их родителям сегодня? То есть помимо модельного обучения, также у нас есть курсы «Я телеведущий». Так. Я думаю, что они будут у нас пользоваться спросом в Гомеле, потому что еще таких аналогов, таким курсов нету. И мы придумали достаточно очень интересную программу образовательную для этих ребят, которые будут пробовать себя не только в, как стать телеведущим, также будут пробовать себя и в режиссуре, в клипмейкерстве и так далее. Также у нас есть курс вокала, студия вокала, где ребят мы планируем вывозить на различные международные конкурсы и фестивали. Есть студия визажа, где не только подростки и уже женщины могут получить азы визажа, а также и даже мамочки, которые вот водят наших деток в другие направления. Ну, я хочу просто рассказать нашим зрителям, что и не только мамочки, не только дети, но и вы, дорогие друзья, сегодня можете этому научиться. Вот как сделать из обычной девочки яркую модель для подиума. Об этом знает визажист, преподаватель курса визажа Центра MyStudio Олеся Кашко. Сегодня у нас в гостях Олеся. И модель Анастасия. Вот наши гости пообещали показать нам мастер-класс в прямом эфире. Времени не так много, но я знаю, что вы профессионал. Олеся, скажите, пожалуйста, во-первых, как зовут Анастасия, правильно я сказала, да? Чудесное создание рядом с вами. Анастасия любит преображаться, я так понимаю, любит в яркие одежды. А вы уже знаете, вот какой образ будете сейчас делать? Да, я делать? Думаю, сделаю яркий фэшн-макияж, который, с помощью которого можно выходить на подиум, на сцену. То есть это будет не просто нюдовый какой-то макияж, а более такой яркий. Ну, подготовились вы основательно. Да. Такой косметички позавидует любая женщина. Поэтому я думаю, у вас все получится. Мы не будем вам мешать. Единственное, да, вот эти аплодисменты я бы хотела действительно, чтобы прозвучали для вас. Ну что ж, пока в той части нашей студии происходит некое вот такое волшебное преображение. Мария, Наталья, расскажите нам, каким же было это лето вот для ваших воспитанников? Это лето для наших воспитанников выдалось по-настоящему плодотворным. В принципе, вот, мне, наверное, нужно потом идти на консультацию к Миле, потому что очень все-таки хочется отдохнуть. Хотелось, вернее, отдохнуть, но получилось так, что мы работали все в поте лица. И дети тоже? И педагоги, и дети в том числе, конечно же. Все началось в первый летний денек, 1 июня, в День защиты детей. Наше агентство совместно с администрацией
Центрального района города Гомеля и администрация Дворцово-паркового ансамбля провели День детской моды. Детки показывали различные коллекции белорусских дизайнеров. Это было интересное мероприятие, даже я его помню. Да. Оно очень имело большой успех, и, соответственно, сразу же в этот же день нам предложили провести фестиваль белорусской моды в рамках празднования Дня независимости в Гомеле. И вот на площадке у фабрики 8 марта мы провели этот фестиваль, тоже, в принципе, который прошел с успехом. Ребята съехались на этот фестиваль из различных уголков Беларуси, было очень интересно. Также в конце июня наши ребята съездили в Санкт-Петербург на международный этнофестиваль. Какая у вас география. Да, ваши дети даже путешествовали, можно так сказать. На этом мы еще даже не закончили, скажем. А родители вместе с ними ездят? Есть родители, которые, конечно же, ездят, поддерживают своих детей. Есть, в принципе, дети взрослые, которые самостоятельно уже могут с нами ездить, потому что, в принципе, у нас команда организаторская достаточно большая. И мы спокойно берем деток и без родителей. Вот мы приехали с Петербурга с первым местом, с коллекцией витебского дизайнера Юлии Кутеповой. И тут же получили предложение провести фэшн-мероприятие в рамках Славянского базара. Но это для нас было вообще очень отличное предложение, мы не могли отказаться. Взялись за него и с усердием провели 4,5 часа безудержного веселья, моды, драйва, шоу. Наталья, скажите, в этом мероприятии на Славянском базаре участвовали гомельские дети? Гомельские дети тоже участвовали, да, и участвовала наша коллекция, учат в школе на этом Славянском базаре. А сегодня гомельский филиал, это какой возраст детей? Возраст детей у нас самый-самый разный. У нас наша воспитанница самая маленькая, всего лишь 3 годика. Мы начинаем, да, с 3 лет. Самой старшей девочке у нас 16 лет. А чему можно обучить ребенка в 3 года? Имею в виду, как бы они-то учатся многому, да, но... Дети бывают разные, да, но конкретно этой девочке достаточно просто показать. Ей нужно показать, как она должна стать, как она должна посмотреть. И достаточно на нее просто навести фотоаппарат, и она сразу же становится в свою позу, такую, которую ей нужно. Ну, на это самое интересное, мне кажется, в детстве это непосредственность, да, и они это уже прямо, им и перевоплощение-то не надо. Людмила, как вот, прокомментируешь такой детский отдых активный? Наташа, я сижу, мне просто душа поет. Почему? Потому что я всегда считала город Гомель таким, ну, провинциальным, да, здесь очень тяжело, идут какие-то новые проекты, да, а вот сегодня на этом диване, да, сидят люди, победители, вот были чонки, победители, и я радуюсь за то, что молодцы гомельчане, сейчас сижу, просто вот душа поет. И я хочу сказать, что, девчонки, привлекайте меня в свою команду, я вам тоже что-нибудь помогу. Обязательно. Ну вот. Это здорово. Представляете, это же тоже создается целая субкультура. Да, родители, дети, команда творческая. Вам психолога не хватает. Но Людмила, а как ты относишься к такому активному детскому отдыху? Все-таки, может быть, детям надо и летом и отдохнуть, и к бабушке в деревню съесть, или вот... Подиум это... Ну, наверное, бабушка, ну, если есть, к ней можно не только летом, да, можно и зимой, и весной, и осенью. То есть ты за то, чтобы ребенок летом использовал свои каникулы как время для развития? Конечно, конечно. Ну, а что этому ребенку в городе? На асфальте бегать, да, на асфальте прыгать. А здесь, смотрите, один педагог, второй педагог, третий. Ведь ребенок устает от чего? От безделья. А когда его передают, как знамя, да, от одного к другому, к третьему, какая же усталость? Только развитие. Отлично, здорово. Руку спасибо, спасибо большое. Ну, я бы хотела задать такой традиционный вопрос, который очень часто звучит в нашей программе. Вот современные конкурсы красоты, да, современный моделинг, как сегодня называют это понятие, какие вообще стандарты формируют это явление? Вот о чем мечтают наши модели, на что они готовы, наши юные модели, на что они вообще готовы вот ради подиума, ради красоты, признания? Да, современные конкурсы красоты нас загоняют в очень жесткие рамки. Вот, но наше модельное агентство на это не смотрит. Мы берем деток всех, которые хотят заниматься. Мы даем шанс каждому ребенку почувствовать себя на подиуме настоящей моделью. Потому что приходит девочка, очень красивая, миловидная внешность, но у нее низкий рост. И что?
ей нельзя сходить на подиум и показать себя, конечно же, можно. Или наоборот, девочка очень высокая, но у нее нестандартная, например, фигура. Тоже, пожалуйста, в нашем модельном агентстве она прекрасно себя чувствует, выходит в чудесных нарядах, показывает себя с лучшей стороны. Вот, кстати, Люда, тебе не кажется, что очень важное замечание? Выходит в чудесных нарядах, да? Мне кажется, для девочки даже с 5 лет это уже важно. Или я ошибаюсь? Наташ, а то, что делают девчонки, и вот то, что они сейчас проговорили, да, смотрите, они формируют счастливых девочек и мальчиков, да? То есть ребенку идет посыл, что мы любим тебя такого, какой ты есть, ты уже бриллиант, ты уже изюминка, да? Ой, слушайте, как я хочу жить в этом городе еще. А знаешь, вот что мне, Люда, нравится? Мне нравится, что наши сегодняшние гости, они действительно не просто работают с избранными детьми. Я, знаете, о чем сейчас говорю? О благотворительном проекте «Дети солнца». Это проект, о котором, может быть, и не все знают. Вот мне интересно, Люда, знаешь ли ты о нем? Нет, не Но знаю. Это гомельский проект. И вот мне, я бы хотела в двух словах. Расскажите, ребят, вот нашим зрителям, что это был за проект. Он, кстати, проходил летом, по-моему, или в мае, в конце мая, Мария? В конце мая да. уже был финал. Но если так в двух словах, в двух словах. Рассказать. С февраля месяца наше модельное агентство, тогда мы еще были модельным агентством, взяли на обучение к себе деток с особенностями психофизического развития. В каждом филиале по всей Республике Беларусь были набраны 30 деток. С ними занимались наши педагоги, абсолютно бесплатно мы им предоставили. Я хочу вас перебить. Кстати, вот сейчас мы видим именно этот показ, да. если я не ошибаюсь. Да. да? Это и есть «Дети солнца», гомельский такой проект. Так. То есть вообще проект проходил при поддержке Гомельской администрации, Борисовской администрации, Витебской администрации. Очень тяжело он, конечно, нам дался в том плане, что само по себе благотворительный проект подразумевает под собой что-то бесплатное, безвозмездное. Тяжело было в наше время найти вот таких людей, готовых безвозмездно вложить кусочек души в этот проект. Но, в принципе, нам очень повезло. Да, нам удалось собрать такую большую дружную команду. Работала команда известных дизайнеров белорусских, шили для деток наряды. А как красивые. Дети, вот скажите мне, как дети на это отреагировали? Дети вообще, получается, 5 месяцев шел проект, мы их обучали 5 месяцев, они, конечно, менялись на глазах. Они приходили к нам зажатыми, стесненные, очень боялись даже слова сказать какое-то. Вот, уже к концу проекта вы посмотрите, как они вообще уверенно шагают по подиуму. Им аплодировал весь зал. Вот я смотрю, у меня даже мурашки по коже до сих пор полы вспоминаю вот, эти шаги. Кричали «Браво!». То есть у мам даже на глазах были слезы. То есть мы дали возможность деткам почувствовать себя звездами, почувствовать себя нужными, важными в этом обществе. Потому что, как правило, вот, модельный бизнес не дает возможности таким детям развиваться. Мы решили все-таки вот им дать эту возможность и будем пробовать еще не раз. Надеюсь, что найдутся такие сердца, откликнутся, будем пробовать дальше. Люда, мне кажется, что эти две девушки, они просто разрушают все стереотипы современного моделинга сегодня, и у них это удачно получается. Безбарьерная среда в модельном бизнесе, где, наоборот, очень все жестко, структурировано, да, вот вам, пожалуйста. А самое главное, что происходит? Сегодня каждая девочка может почувствовать, ну, скажем, желание ее исполнимо, да, глядя на обложку журнала, где какая-то модель, она, в принципе, не комплексует, наверное, по поводу своей внешне. Вот это здорово, что отсутствие всяких комплексов у вас-то получается. Ну, я бы хотела еще, знаете, к чему вернуться, точнее, обратиться. Дело в том, что воспитанники MyStudio образовательного центра, они еще снимаются и в кино. Расскажите, в каком-то последнем интересном сериале, да, снимались? По-моему, там Гуськов даже играл. Я вот попрошу сейчас режиссера показать нам фрагментик такой. Там вообще, получается, даже несколько ребят прошли отбор на съемки в 2 российских сериала и 1 белорусский. Это ваши дети сейчас вот на заднем плане там ходят, да? Да, это наши дети ходят. Ребята, конечно, вообще в восторге от съемок. Да я вообще трепетно к ним отношусь, потому что я понимаю, какой опыт дает вообще, то есть какая возможность у детей получить вот эти вот опыты знания, с каким багажом знаний они выходят со съемочной площадки. Во-первых, они на съемочной площадке играют с известными российскими актерами, они, глядя на них, уже какую-то информацию себе впитывают, да и вообще попадая за, так сказать, за кулисную жизнь, видя все с изнанки, совсем по-другому воспринимаешь в дальнейшем, потом
потом вот весь съемочный процесс. Допустим, мы, например, я даже тоже сама, открою небольшой секрет, снималась в сериале, и уже теперь не могу спокойно смотреть на любой фильм, потому что когда вот, допустим, идет фильм на экране, то уже думаешь, ага, так, здесь вот массовка пошла, так, тут, наверное, вот режиссер сказал сделать то или это. То есть совсем по-другому воспринимаешь вот все. Спасибо большое. Вот у нас есть несколько сообщений. Михаил спрашивает. Несколько дней назад MyStudio запустил необычный проект с футбольным клубом «Батэ». Решили совместить несовместимое – моделинг и футбол? Да, есть такое. Давно этот проект зрел у меня в голове. Хотела попробовать именно совместить вещи, которые совершенно несовмещаемые на первый взгляд. Я думаю, что нам удалось. Не хочу, если честно, вот раскрывать все карты. Этот проект у нас будет долгосрочный. Каждый месяц мы будем потихонечку выдавать такую долю информации с этих проектов. Скажу лишь одно, что вот мы хотели достичь одной единственной цели. Мы хотим показать, что хоть мы и все разные люди, у нас разные возможности, разные хобби, увлечения, работа и так далее. Но все мы идем к одной цели. То есть у нас есть какая-то своя мечта, и мы идем к этой цели. Упорством, трудом, стараниями. И, то есть, в принципе, все, и дети, и мы руководители, и футболисты те же самые. У нас одна и та же дорога. Это дорога к мечте. Ну, я бы сказала, что вы еще несете красоту в массы. Кстати говоря, Нина задает вопрос. Не мешает ли учебе ваших воспитанников вот участие в съемках, в показах, работа на телеканалах? Вот такой вот вопрос. Ну, конечно, да. Учеба очень важна. Страдает? Да. Не страдает, да, но нужно совмещать приятное с полезным. Да. Курсы моделинга у нас проходят в выходные дни, поэтому они напрямую никак не касаются учебы. Вот. Ну, а если нужно куда-то поехать... То есть все под контролем. Под контролем, да. И хочется сказать, что одноклассники и школы, и учителя поддерживают наших воспитанников. Они участвуют, голосуют за них на конкурсах. Вот. И наши дети благодарны своим. А вот, кстати, насчет учебы. Сегодня дело в том, что школьная форма... Вот хотела обратиться сразу внимание наших зрителей. Совсем скоро детки идут в школу. Так вот, школьная форма сегодня не имеет таких строгих сильно канонов. Каждая школа выбирает себе определенный стиль. В общем, можно сказать, что наши дети одеваются довольно демократично. Ну а как вот считаете вы, школьная форма, она должна иметь какое-то отношение к моде, соответствовать вот модным тенденциям, Мария? Ну, конечно, должна соответствовать тенденциям. Единственное, что, опять же, не нужно загонять школьную моду в строгие рамки и стереотипы. Лично я считаю, что форма должна быть практичной, износостойкой, удобной, комфортной. Мне, допустим, как маме, очень важно, чтобы можно было закинуть вещь в стирку и не переживать, что она полиняет, где-то что-то оторвется и так далее. Вот, кстати говоря, какой должна быть школьная форма? Варианты дизайнеров в прямом эфире. Доброго вечера, дорогие друзья. Это сюрприз. Прямо сейчас я хочу пригласить в студию юных моделей MyStudio. Проходите, пожалуйста. Ну и, конечно же, дизайнера этой коллекции. Наталья, расскажите, пожалуйста, это вы так видите школьную форму? Да, это мы так видим современную школьную форму. Да, хочется сказать, что современная школьная форма уже ушла от старых канонов. Черный низ и белый верх. И от классического сочетания советского фартука и платья. Мы в нашу школьную форму добавили рюшечки, бантики, различные виды тканей, кружева. И она стала намного современнее и эффективнее, и стильнее. Спасибо большое. Спасибо, дети, вам огромное. Спасибо. Занимайте, пожалуйста, места в зрительном зале. Они не хотят уходить из нашей студии. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «Как летом отдыхает наша молодежь». Прямо сейчас поговорим об этом в прямом эфире. Поверьте, это не только ночные клубы и пляжи. Дело в том, что на каникулах дело у молодых не в проворот. И вот о самых интересных проектах нам прямо сейчас расскажет Юлия Липовская, второй секретарь Гомельского отделения БРСМ. Встречайте. Добрый вечер, Юлия. Очень рада видеть вас в нашей студии. Вы видите, что у нас происходит? У нас тут и мастер-класс по макияжу, и показ школьной одежды. В общем, вы заметили, да, как активно живут наши дети с помощью взрослых. Скажите, Юлия, а вот чем занималась молодежь этим летом наша? Молодежь совмещала приятный отдых с полезными делами. Да. Наше лето началось с того, что в Гомельской области стартовал большой благотворительный проект «Все краски жизни для тебя». Благотворительный марафон по сбору денежных средств для тех ребят, которые нуждаются в дорогостоящих операциях. Июнь месяц. Дальше мы праздновали День молодежи.
победителей отборочных этапов, которые проходили у нас здесь в областном центре, это и битва диджеев, и огонь танца конкурса среди хореографических коллективов, да, они представили нашу область уже в июле месяце на Дне молодежи в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Это и День независимости Республики Беларусь, где молодежь также ежегодно принимает самое активное участие. Ну и лето, само собой. Подождите, у вас, мне кажется, самое интересное мероприятие, чем занималась наша молодежь этим летом, это уборка урожая. И не только. До уборки урожая еще парочку буквально так, штрихов. Еще мероприятие. Лето, как я уже сказала, это период отдыха. В каждом районе туристические слеты, спортивные форумы. Дважды молодежь области выезжала на республиканские и международные мероприятия подобного масштаба. И вот буквально в прошлые выходные наша команда вернулась с 4-м общекомандным местом с республиканского спортивно-образовательного форума «Олимпия», где были представлены порядка 2 десятков команд. Это вот аплодисменты нашей молодежи. Спасибо. Ну, а теперь молодежь на уборке урожая. Я знаю, это не просто акция, это действительно будни. Будни вот эти летние, которые были. Скажите, этому даже посвящен какой-то фотоконкурс БРСМ. Фотоконкурс в этом году впервые стартовал. Называется «Тысяча и одна верста по полю». 3 номинации. Конкурс проводится среди тех, кто именно участвует в уборке урожая. Это участники сельскохозяйственных отрядов, ребята, которые работают на зернотаках, молодежные экипажи, водители, которые работают на отвозке урожая. То есть вот... Девушка-комбайнер, для меня это было просто открытие, такое редкое сочетание, но ведь оно, Люда, представляешь, оно реальное. Вот в этом году я знаю, что в Ельском районе мы наблюдали... И не только в Ельском, Ельском и Бречице были у нас, да. Ничего это себе. Преимущественно семейные экипажи, отец, дочь, брат, сестра. Да, мы действительно чествовали в Ельске 2 таких экипажа. Вот вы видите сейчас на экране монитора. Специально подготовили, чтобы да. показать этих героинь, да. действительно. Вероника, полей. Валерий, отец и дочь. Которые... Спасибо. А вот студенческие отряды, это скорее сегодня отдых для нашей молодежи или работа все-таки? Это совмещение и отдыха, и работы. Потому что, ну, согласитесь, лето просто пролеживать на диване, наверное, скучно и неэффективно. А в студенческом отряде можно заработать свой первый рубль, помочь родителям, так сказать, в учебном году облегчить, так сказать, финансовые затраты по подготовке. Вот. Ну и плюс это первые трудовые навыки не только в будущей профессии, но еще и умение работать в коллективе, в команде. Я думаю, психолог меня поддержит в этом плане. Да, я думаю, поддержит, да. А еще это традиции, это наши традиции. Помните, у нас же тоже когда-то были студенческие Картошка. Отряды. Да? Мы ездили на Бахчу куда-то. Преемственность. Здорово. В этом году более 60 отрядов работает, в которых порядка 700 человек и еще порядка 500 молодых людей трудоустроены индивидуально. Это ребята преимущественно от 14 до 19 лет. Вот та категория, которая нуждается летом в том, чтобы организовать свой досуг не только интересно, но и полезно и увлекательно. То есть получается, что наша молодежь, в принципе, я смотрю, и дети, и молодежь трудились упорно все лето. А как же отдых, вот, без которого, по мнению психолога Людмилы Тутыниной, вообще все в жизни теряет смысл? Вы знаете, я думаю, что для нас, для молодежи и для самой молодежной организации страны Белорусского республиканского союза молодежи отдых должен быть активным, как я уже сказала. И самый лучший, наверное, отдых – это смена рода деятельности, правильно? Поэтому у нас отдых и работа, они круглый год. Одно мероприятие перетекает в другое. Вот в августе стартовал благотворительный проект «Школа с добрым сердцем». Сейчас мы активно подключились к сбору канцелярских принадлежностей и товаров. То есть молодежь помогает детям? Безусловно. Ну это вообще, по-моему, самая главная акция. Спасибо вам большое, Юлия. Вы так быстро, оперативно нам все рассказали. И мы, кстати, успели даже что-то и показать сегодня. Вы знаете, образ модели от визажиста образовательного центра «Май Студия» уже готов. Я, честно говоря, не заметила, что как быстро это все произошло. Ну, это для вас аплодисменты, потому что вы просто молодец, профессионал. Давайте посмотрим, вот насколько можно преобразить вот молодую девушку за там, 15-20 минут. Скажите, пожалуйста... Это, да, я понимаю, да, Настя, я помню. Настя, я хочу вас спросить, вы создали образ, который не на каждый день, это образ для подиума девушки. Я бы хотела действительно задать вопрос еще и Насте. Настя, как часто тебе приходится так преображаться? Ну, если честно, то смотря сколько фотосессий, сколько показов в месяц. Бывает, в месяц у нас бывает около 3 показов и около...
там, например, 4 фотосессий. Но не каждой фотосессии нужен такой яркий макияж. Например, к некоторым даже это более детские фотосессии. Нужен такой легенький такой... Скоро она ваш хлеб заберет, она уже все знает. Да? Спасибо. Такой легенький повседневный макияж. А вот именно для какой-то фэшн-съемки, именно для, так сказать, необычной, какой-то нестандартной, вот именно вот такой вот и нужен макияж. Но в школу с таким макияжем не пойдешь? Конечно, не пойду. Вот, вот очень твердый ответ, отлично. Мария, а как вам вот результат? Мы такие макияжи яркие, в принципе, практикуем. Хотя, конечно, на малышах такие яркие макияжи никогда не делаем. А вот на взрослых моделях они смотрятся, в принципе, очень гармонично. Особенно, если это гармонирует с темой, допустим, той же фотосъемки или какого-то показа. Того же там фэшн-показа. Либо бывает такое, что сам дизайнер просит, допустим, ярко подчеркнуть глаза, чтобы это как-то вот гармонично смотрелось с концепцией общей всей его коллекции. Спасибо большое, Олеся. Вам нравится работать с детьми? Нравится. Свои есть нюансы, но, в общем, нравится. Преображать, да. Детей, да? А вообще, Наталья, это и есть вот будни наших маленьких моделей и воспитанников MyStudio? Вот это вот сплошное перевоплощение? Сплошное перевоплощение, да. В центре очень много показов, в течение месяца их может быть, как Настя сказала, 3 и больше. Фотосессий у нас тоже очень много, и в них участвуют дети и очень маленькие, и большие, все различные. Да. И наш визажист постоянно подготавливает их к этим фотосессиям и показам. Спасибо. Дорогие друзья, время нашей программы подходит к концу, но есть очень интересные вопросы, сообщения в Вайбере. Мы, в принципе, их дублируем, конечно же, внизу экрана, вы можете их прочитать. Но один вопрос, который мне хотелось бы задать Юлии, это зрители спрашивают про проект «Властелин села», если можно в двух словах. В летний период в каждом районе у нас проходят отборочные этапы, то есть победители, молодые семьи. Обязательным условием является то, что они оба должны быть и супруги в возрасте до 31 года, более 3 лет жить и работать в сельской местности и вести личное сельское подсобное хозяйство. То есть переманиваем на село молодые семьи. 9 сентября мы будем ждать, областной центр наш будет принимать областной этап этого замечательного мероприятия, которое больше 10 лет уже существует и живет по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи. Но победители областного этапа представят осенью, это где-то будет сентябрь-октябрь, нашу область в финале этого конкурса. Спасибо большое. Вот, кстати, Олеся как раз-таки спрашивает, я бы с удовольствием переехала в деревню, как это сделать? Олесь, ну вот у вас есть прекрасный, да, мне кажется, шанс 9 сентября прийти, поучаствовать и узнать. Ну, Марат написал сообщение, лето продолжается, синоптики обещали теплую осень, всем держаться. Марат, спасибо, мы вам желаем того же. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить вас, что вы пришли сегодня к нам в студию, украсили этот добрый вечер. Спасибо всем гостям, спасибо вам, дорогие зрители. Спасибо. Это был «Добрый вечер», Гомель с Натальей Волынец. Всего хорошего, доброго вечера, пока.